Первое, что нужно сделать, это ликвидировать вот этот руководящий так называемый центр. Он уже давно нарушил все мыслимые и немыслимые законы, уставы. Председатель ФКС Александр Викторович Самохин намеренно или под чьим-то принуждением занимается деятельностью, порочащую родную партию и движение «Звенящие кедры России». Если вы скрываете документы, скрываете устав, скрываете документы от членов партии, при чем здесь устав? Региональное отделение контрольно-ревизионной комиссии выступило за отставку руководителя ФКС вот, за все эти нарушения. Но они видели, ребята видят, что происходит. А их взяли и сделали нелегитимным задним числом. Помочь нашему председателю можно одним единственным и партии, только отстранив его от должности. Срочно исключить его из партии, я это говорю как учредитель партии, и убрать, и естественно убрать его из руководства. Тогда он займется поместьем своим, не будет там где-то бегать по регионам и всем рассказывать, что в партии все хорошо. Вот вы вдумайтесь, там есть такой пункт. ФКС имеет право расходовать без согласования с регионами до 1 000 000 рублей, заключать договора и взаимосвязанные сделки. Какой временной период? Нет временного периода. Через день. Полный бардак. Тогда это все одна банда, которую нужно ликвидировать. И только ликвидация.